Стеклянные полы, потолки, навесы, двери и лестницы, мебель и предметы интерьера из этого материала, торговое оборудование, перегородки и зеркальные панно и художественные витражи. Все это и не только предлагает своим клиентам компания «Стекло Сочи», которая специализируется на современных технологиях обработки этого универсального материала. То, что делает компания «Стекло Сочи», не только очень качественно и практично, но и, конечно, очень красиво. Изделия из стекла украсят любой интерьер, будь то кафе, торговый центр или частный дом. Гравировка, фотопечать, накладной и наливной витраж. Стекло могут украсить в зависимости от вкуса и предпочтений заказчика и подобрать оригинальную фурнитуру. К нам обращаются довольно-таки крупные компании, также фирмы, рестораторы, с которыми проводим очень большие объекты, ну, довольно-таки сложные для выполнения, с которыми мы хорошо справляемся. Компания «Стекло Сочи» на рынке более 17 лет и уже отлично себя зарекомендовала. На счету предприятия витрины, перегородки, мебель для десятков узнаваемых сочинских ресторанов, крупнейших банков или, например, часовня в здании сочинского аэропорта. Более 15 единиц высокоточного оборудования. Это Италия, Испания. Это занимаемся триплексом, изготовлением триплекса. Гидроабразивная резка также появился станок. С продукцией компании «Стекло Сочи» можно ознакомиться в выставочном центре на Несебрской в рамках строительного форума «Сочи Билд». Здесь можно получить советы от грамотных консультантов. А еще больше информации в офисе компании. Он находится по адресу улица Пластунская, 52/Z. Инга Габеша, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.